Всем большой привет! Наши ряды редеют. У меня случилось очень странное нападение фузариоза на мою коллекцию. Началось все с пурпураты, про которую я рассказывала в одном из видео. И чуть позже у меня еще две зафузариозились. Одну спасать было нечего. Вот она вот здесь стояла. Шикарная, классная в Аркарне от Люк. Очень большая куртина. В общем, она уже ушла в мусорку. А две другие, в общем-то, стоят в отдельных кашпо, спасаются. Уже, в общем-то, весь балкон я обработала по инструкции раствором физана. Обработала физаном также по инструкции все орхидеи свои, абсолютно все, даже те, которые стоят в тепличках в другой комнате. В общем-то, начало этой истории, скажем так, в момент, когда это все происходило, я фоткала, и есть в Инстаграме, есть на Фейсбуке на моей страничке. Ссылки будут в описании, можете пойти посмотреть. Ну, в общем-то, сейчас я жду, когда наконец-то приедет, вернее, не наконец-то, я только заказала фундазол. Буду фундазолить это все. Все, всех буду фундазолить на всякий случай. Ну, вот так вот неожиданно. И, в общем-то, откуда взялось, кто его знает. Потому что все орхидеи стояли в разных местах. Те орхидеи... Часть, одна пурпурата, скажем так, стояла. У нее вообще свое блюдечко. Она никогда ни с кем не пересекалась. Другая орхидея стояла в общем лотке, но никого другого не заразила. Третья орхидея стояла в общем лотке, но в отдельном кашпо при этом, потому что ее надо было чаще поливать, чем остальных, и мне было так как бы легче следить за ее поливом. В общем-то, тоже никто там, кто листьями ее касался, никто не заразился, ни у кого ничего нету. А вот так вот пострадали три абсолютно отдельные личности от разных поставщиков. Для меня, в общем-то, загадка, что как, потому что ни одна из них не резалась, поэтому грешить на то, что я плохо обрабатывала инструменты, не получится. Тем более, что я все равно всегда инструменты обжигаю огнем. Все поливаются чистой водой отдельно, никогда они не стоят в общем кашпо при поливе, никогда они не замачиваются. То есть это полив из моего распрыскивателя, это полив из душа, это промывание напором воды субстрата от солей. Это всегда новая чистая вода. Перекрестного такого заражения не знаю, не нашла я, как бы это могло случиться вот именно перекрестно, но во избежание дальнейших таких неприятностей, скажем так, все для профилактики будут обработаны фундазолом. Больные, у которых остались живые части, эти живые части будут пролечены. Обрабатывала я перед этим физаном весной, но, видимо, этого было недостаточно. Вот, к сожалению. Ну что ж, зато это опыт, это хороший опыт. Так, тарахтение, это у меня вентилятор работает. Ну, такова жизнь, таково наше хобби. Орхидеи живые, они растут, и они умирают, да, и не всегда... Не всегда можно что-то сделать, не всегда получается вовремя среагировать. Ну вот, как-то так сложилось. Но ничего, в общем, буду держать вас в курсе, кому интересно. Будут еще ролики про тех, кто заболел, про то, как они развиваются дальше или не развиваются. Вот, будет отдельно плейлист, будет ссылка на плейлист, поэтому подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик, следите за каналом. Все буду пополнять, все буду освещать, все буду рассказывать. Негативный опыт – это тоже опыт, и это отличный опыт, потому что он нас многому учит. И на этом все. Всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.